Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал? Да, где пиво бесплатно. А я бы с такой, как наша. Только чтобы войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример. С Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все. А она его в канализацию. Соловьева? Мотыля. Удочки поломала. Нет. Нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.